Ну, еще немного о футболе. Как оказалось, слишком много радоваться вредно. Такой урок, по крайней мере, усвоил шведский футболист Меди Дресевич. Во время матча он забил свой первый гол в профессиональной карьере. И так обрадовался парень, что решил достаточно оригинально отпраздновать это событие. Давайте посмотрим. В общем, он добежал до трибун, перепрыгнул через ограждение и начал аплодировать сам себе, сам своему голу. К нему тут же побежали поклонники, полезли с ним обниматься, целоваться. Но вот за эти 5 секунд его триумфа он сурово поплатился. Получил от судьи желтую карточку, которая оказалась уже второй за этот матч. Ну и покинул, в общем, он поле. Оставшиеся 10 минут команда закончила в меньшинстве, но все равно выиграла со счетом 6-1.